Индукция почему? По количеству букв. По количеству букв в слове, да. Вот у нас есть какая-то диаграмма. Так, только интересный вопрос. А почему вообще любая поверхность фактически соответствует слову? Ведь мы могли, в принципе, взять несколько многоугольников и как-то их склеивать. Да. Вот почему на самом деле можно считать, что многоугольник один? Ну, когда у вас есть два прямоугольника, да, вы можете склеить по одной букве. А, если у нас есть многоугольники, и в них какая-то буква, вот в одном есть отрезок и в другом такой же, то именно по этому отрезку можно склеить. И склейка двух многоугольников – это что? Тоже многоугольник. Он приклеивается там нужным образом, там, если перевернется, если надо. Да. Таким образом, в конечном счете, нужно разобраться с четноугольником, стороны которого разбиты на пары. И для каждой пары сторон сказано, они одинаково ориентированы при склейке или противоположно. Понятно. Дальше. Есть несколько случаев. Первый случай. Когда есть этот многоугольник и есть такая картинка у него. Есть рядом или, может быть, в конце слова А и А с чертой. Ну и, соответственно, Б, Б с чертой, там, С, С с чертой. То есть рядом оказались две буквы, одна из них с чертой, другая без черты. Что делаем? Можно сделать, да. Да, отлично. А потом потом зашиваем. Ага. То есть А с чертой можно просто вычеркнуть. Можно, согласен. Дальше. Теперь второй вариант, который возможен. Есть некий треугольник альфа и вот такая картинка. АА, то есть? Да. Да. Это то же самое, что склеить, что получается из этого многоугольника, плюс с проективной плоскостью. Ну да, потому что мы можем просто концы так вот обрезать. Ну покажи там пунктиром. Да-да-да, вот по этой линии отрезать. И действительно получится проективная плоскость, склеенная с тем, что там. Согласен. Основная лемма нужна для разбора только этого случая. Ну да, то есть мы же вообще в конечном счете мы доказываем, что любая поверхность или сфера, или несколько торов склеенных, или проективная плоскость, или несколько проективных плоскостей. Если у нас вдруг в какой-то момент получится тор и проективная плоскость, то по основной лемме мы это заменим на три проективных плоскости. Хорошо, понятно. Вот, третий. Что бывает? Если где-то есть А, и в другом месте тоже А. Как с этим надо работать? Да. Ну не то, что надо, как можно с этим работать. Только это не Б и Б. Да, Б и Б с чертой, да. Переворачиваем эту часть. Это какую часть, верхнюю или нижнюю? Это нижнюю, да? Это раньше было А, Б, бета, А, Б, бета, А с чертой, бета с чертой, Б с чертой. Да, согласен. Здесь. А, нормально, нормально. А, Б с чертой. Альфа. Отлично. Да. Это равно. Бета с чертой, да. Альфа. Да. Б с чертой. И Б с чертой. Вообще-то Б с чертой можно обозначить новой буквой. И действительно опять получается проективная плоскость. Опять пунктирчиком покажи. Да, это второй случай, совершенно верно. Так, отлично. Если, значит, где-то встречается А и еще раз та же самая буква, какой остался последний случай? Никакая буква не входит так же, как она. То есть обязательно входит с чертой. Любая буква входит со своей чертой. Любая причем. Да. Любая буква входит со своей чертой, да. Есть два подпункта. Да. Первый подпункт, когда все буквы из альфа встречаются только в альфа, и все буквы из бета встречаются тоже только в бета. Вот давай это и будет четвертый случай. Да. Когда альфа и бета по буквам не пересекаются.
Да, что тогда делаем? Тогда рисуем здесь точку и рисуем здесь точку. Да. Эти две точки в серединке. Склеиваются. Они идентичны. Да. Это одна и та же точка, на самом деле, да. Нарисуем это как? Альфа. Угу. Да. А склейка это как раз и происходит по тому пунктирчику, который там нарисован. Дело в том, что этот пунктирчик, он же на поверхности, это окружность. Потому что это отрезок с склеенными концами. Так, хорошо. А2, бета. Ну только все-таки А2-то с чертой. А2 с чертой? Да. Потому что не бывает, чтобы при работе с ориентированной поверхностью ты вдруг получил бы неориентированную. И там на левой картинке то же самое. А один внизу с чертой. Да, хорошо. Это то же самое, что альфа. Здесь это то же самое, что бета. Да. Ну а альфа и бета вещи отличные. Совершенно верно. Мы свели задачу к более простой, с более коротким словом. Так, и самый сложный, пятый случай. Последний случай. Где-то в альфа есть такая же буква. Пересекаются, да. Да, то есть пересекаются. Итак, а с чертой. Да, да. Да, где-то здесь есть б, ну и, соответственно, там есть б. По-моему, понятно. А с чертой, б с чертой, да. Но там какие-то, кстати, вот эти вот душки, это вовсе не маленькие душки. Они могут быть очень огромными словами какими-то там, с разными буквами. Может быть, все сложно. Значит, это душка альфа 1? Да. Это бета 1? Да. Бета 2, альфа 2. Хорошо. Теперь нарисую вот так. Ну, давайте поймем, что он на самом деле сделал. Он взял центр нашей картинки и проложил от этого центра дорожки вверх-вниз, вправо-влево. И главное, что вы сейчас должны понять, что это тор без круга. Давайте поймем, почему. Такой тор. Да. Такой квадрат. Там у нас были всякие сложные альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2, но их он все отрезал. Отрезанные штуки – это фактически и есть кружок. Да, это понятно. Вот. Смотрите, здесь у нас еще… Тут у нас не круг, тут у нас на самом деле кольцо из вот этих получается. Я сдвинул вот эти четвертинки. Переставил эти четвертинки. Здесь будет альфа-1. Да. Альфа-2. Часть, которая была вверху слева, там, где было альфа-1, поместил наоборот, да, вниз направо, ну и так далее. Понятно, передвинул. Да-да-да, вот эта синяя часть, она оказалась здесь. А, да-да-да-да, она была слева внизу, стала справа вверху. Отлично. Дальше что делаем? Теперь говорим, это то же самое, что... Да. То же самое, только вывернутое. Вот так? Да. Это пустота? Да, это пустота, да. Это вот то, что здесь нарисовано, на самом деле, это бета-1, бета-2, альфа-2, альфа-1. Да. Без круга. Ну да, с вырезанным кругом, с да. С вот этой пустотой. Да, конечно, да, с вырезанным кругом. Вот. Здесь вырезанный круг. И в тоне тоже вырезанный круг. Вырезанный круг. В торе есть вырезанный круг. И здесь тоже вырезанный. И здесь есть вырезанный круг, да. Но заметил, что вот это... И вот это тоже одно и то же. Да. Это на самом деле... Мы склеили тор с вот этой стеной. Ну, можно пронумеруем дуги? Потому что иначе может плохо получиться.
будь добр, все-таки пронумеровать дуги. Нет, на исходном, на исходной картинке, на совсем исходной, на верхней картинке. Надо пронумеровать дуги. Да, 1, 2, 3, 4. Именно. 1 и 3, да, поменялись. И пронумеровал. А здесь мы, да, из ТО. Нет, меня интересует, они оказались в правильном порядке или нет. Так, а на торе они как склеиваются? 1, 2, 3, 4. Нет, 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 это окружность, когда идешь по тору. Вот смотри, и шел по 1, потом куда пошел? Потом 2, потом куда пошел? 3, пошел 4. 1, 2, 3, 4. Отлично, на торе это так. А здесь? 1, 2, 3, 4. Ура! Порядок один и тот же в обоих случаях. Поэтому это действительно настоящее приклеивание тора, из которого вырезали кружочек, к другой поверхности, из которой вырезали кружочек. Ну, соответственно, количество букв уменьшилось, потому что раньше у нас были 4 буквы и еще альфы и еще беты, а теперь у нас остались только альфы и беты и вот этот самый тор.